Привет, привет, друзья! С вами Олег Забугорский и наша очередная рубрика «Моя Амазонка». Сразу напомню для тех, кто впервые у меня на канале. Меня зовут Олег Забугорский. Живу я в Калифорнии, Сан-Диего. И это одна из моих рубрик, это одна из моих передач «Моя Амазонка», в которой мы будем рассказывать о возможностях покупки и продажи на Amazon, eBay и других торговых площадках. Ну, то есть, собственно говоря, это такая, знаете, бизнес-стартап программка, где мы можем поделиться своими достижениями, допросить с пристрастием других, так скажем, пользователей бизнес-индустрии. Ну и, собственно говоря, поделиться не только бизнес-информацией, позитивом и добром, так скажем. Ну, так вот. Добро мне сегодня пришло. Напоминаю, все это бесплатные подарки с Amazon. Почему они бесплатные? Мы делаем некоторые ревью, некоторые, так скажем, видеорепортажи для новых покупателей, точнее продавцов. Мы как профессиональные покупатели сейчас выступаем для анализа рынка, для анализа работы самой структуры Amazon для дальнейшего, так скажем, для дальнейшей экспансии в Amazon своих продуктов. Ну, собственно говоря, для этого сначала нужно сделать анализ. В прошлом видео, в первой передаче, в этой вот передачке, я не указал стоимость. Давайте сделаем так. Я маленькой нарезочкой сделаю, так скажем, из прошлого видео, вставлю туда цены, и под каждым этим товаром тоже будет указана цена в виде текста. Погнали. Значит, присылают очень быстро. У меня, я уже повторюсь, Prime. Мы делаем заказ сегодня, и в течение дня двух приходит заказ. Значит, приходят они либо вот в таких желтых конвертиках, либо в коробках по несколько заказов от разных продавцов. Суть такова, что большинство этих товаров отправляются напрямую со склада Amazon. Поэтому они формируют этот заказ на мой адрес и вкладывают туда различные мои покупки и доставляют в одной коробке по 3-4 заказа бывает. Мисс Анюта дождалась свои фитнес-часы. Замечательные фитнес-часы, которые, так скажем, уникально достались мне от одного китайского продавца. Вот такой вот черный браслетик, мы его еще не запускали, который будет показывать, соответственно, все биологические, так скажем, ритмы, там, калории, биение сердца, пульса, даже аларм здесь есть и принятие звонка. То есть достаточно такие крутые часики, а цену вы можете посмотреть ниже. Окей, скрываемся дальше. Я, знаете, на самом деле, почему иногда сейчас буду посмеиваться, я вспоминаю полтора месяца назад, когда мы еще делали репортажи с побережья океана, и проживали мы в палатке. Палатка — это, конечно, все здорово, все это классно, но в палатке, к сожалению, денег много не сделаешь. Так, открываем дальше. Да, вы, наверное, обратили внимание, мы находимся с вами в нашем новом офисе, где и располагается теперь студия Забугорский студио. Кабель. То есть это C-кабель. То есть, видите, у него разъемчик вот этот вот USB и разъем C. Кто не знает, это отличается от мини-USB и от зарядочного устройства для iPhone. То есть вот этот идеально подходит для многих сейчас новых устройств Apple. И, собственно говоря, OnePlus 2, мой OnePlus 2 имеет разъем C. Собственно говоря, вот такой достаточно длинный. Чем он хорош? Он эластичный. Так, сразу оговорюсь, ребята, здесь нет никакой рекламы. То есть в моей передаче «Моя Амазонка» мы как раз только говорим и показываем сейчас в этом вот выпуске о том, что я получил, сколько это стоит и как я это сделал. Как я это сделал, я сейчас все это ближе, так скажем, по телу расскажу. Замечательный кабель, и мне он как раз был очень нужен. У меня для OnePlus только один. И мне приходится его постоянно таскать и в машину, и домой, и куда-то в поездке. Открываем дальше. Окей, OB. Car
инвертор на 150 ватт. Это инвертор для перевода 12 вольт. Если у меня 12-вольтовое, так скажем, напряжение в машине от прикуривателя, чтобы у меня на выходе было 110 вольт. Это для работы моей шайтан-машины. Многие знаете, что у меня есть счетчик, автоматический счетчик подписчиков, фолловеров, да, и я бы хотел, чтобы он во время моих каких-то трансляций в движении показывал подписчиков, и вы тоже могли проэкспериментировать, как он работает. То есть в режиме онлайн вы подписываетесь, и цифра меняется. Вот этот вот конвертер как раз позволит мне подключить 110-вольтовые приборы. Такой вот маленький, очень достаточно комфортный. Мне достаточно 150 ватт для того, чтобы работал этот прибор. То есть у него с одной стороны папа для прикуривателя автомобильного носа, а с другой стороны у меня здесь два USB разъема 2 ампера, 2,1 и 1 ампер, ну и 110 вольт. Замечательно, я мечтал о такой штуке, и такая штука в магазине, я знаю, стоит $45. Сколько он стоит, смотрите, пожалуйста, ниже. Так, замечательно, что-то здесь у нас еще маленькая такая вот желтенькая штучка. Маленькая жёлтенькая штучка. Сейчас я ее вскрою, но я догадываюсь, что это. Ага, ага, ага. А, это charging receiver. К нему мы сейчас вернемся. Я его сейчас пока сюда положу. Открываем дальше. Charger receiver — это очень уникальная штука, и многим она очень понравится. О, еще один кейс для 7 плюса. Вы многие знаете, что я достаточно фанатично отношусь к девайсам. Ну, не так, чтобы уж прямо вот все подряд скупать, но у меня есть 6 плюс, у меня есть 7 плюс, у меня есть мини-айпэд, у меня есть у Miss Anyuty айфончик. Вот это вот кейсик, ну, скажу, знаете, такой добротный кейсик. Конечно, не более добротный, чем у меня сейчас в использовании на 7 плюсе, но очень здорово. Цена снизу. Все это подарки. Каким образом они осуществляются? Мы в определенных группах в Фейсбуке получаем предложения от продавцов с Амазона. Им нужны ревью. Для чего вообще нужны ревью? Для чего нужны старс и, так скажем, репутация? Как раз именно для репутации. Как раз именно для того, чтобы продукт пошел в продаже вверх. Мы открываем с вами дальше. Открываем вот эту коробочку. А это PETS, отпугиватель крыс, комаров и жуков. Вот такая вот штука. Мне один из продавцов из Китая прислал сообщение: не хотите ли получить вот такой вот подарок за ревью? Он включается в розеточку. Я сказал: да, Made in China, окей. То есть он включается в розетку, и здесь есть клавиша «включить-выключить». Классная штука. Мы живем в частном доме, и, как говорится, пускай что-нибудь там где-нибудь кого-нибудь отпугивает. В частном доме всегда есть кого попугать. Вот, мы делаем эти ревью, они, собственно говоря, отправляют нам эти подарки, мы их покупаем, но эти же деньги сразу возвращаются на наш счет. На наш счет. Вот Женька, так скажем, после первой передачи, Женьку, ну кто не знает Женьку, Женька, кто птица Феникс, реанимировал нашего Карла, мой друг из Сан-Франциско, вы его не однократно видели в моих репортажах, когда мы были на севере Калифорнии. Так вот, Женька после моих первых репортажей пишет мне в Фейсбуке: так, значит, ты там, понимаешь ли, обогащаешься на Амазоне. Где мои подарочки? Окей, я добавляю его в группу, и сейчас у Жени, по-моему, там тоже около 20 полезных безделушек. Вот. Женька, смотри, не переусердствуй. Дальше открываем вот такой вот кожзамовский кейсик. В нем мы видим набор для
пайки, для пайки. Ну, мне очень часто приходится что-то делать по, так скажем, моим видео, радио, штучкам, зафиксировать, припаять, переделать, сделать какой-то апгрейд. Это просто замечательный сет. Знаете, я бы даже порекомендовал вообще, где-то вот у вас есть возможность научить сына, а может даже и дочку, работе ручками, вот паять, вот это вот навыки в жизни 100% пригодятся. Всегда дома что-то нужно отремонтировать, и эти части нуждаются в пайке. Вот такой вот набор, цена снизу, ребята. Тут достаточно много всяких компонентов, в том числе и всякие ковырялочки. Знаете, такие, как похожие зубные ковырялочки, вот такие вот, как стоматологи пользуются. Прикольно. Открываем дальше. Так, дальше у нас USB тип C. Это круто. Так, я сейчас его вот так вот вскрою. Коробочка такая аккуратная, заклеенная скотчем, вот этим вот круглым, знаете, вот как стандартно они подклеивают. Вот. Но я особо не буду церемониться, мне эта коробка ни к чему, мне, в общем-то, содержание необходимо. Вот. Поэтому я вот так вот вскрою. Знаете, по-рабоче-крестьянски. Убираем сразу коробочку. Значит, это адаптер к устройству Apple, к iPad'у Apple. Значит, ноутбуки, MacBook'и Pro, значит, комплектуются разъемами сейчас как USB, так же и разъемом C. Вот этот вот адаптер для Apple устройства с выходом HDMI, USB, USB-C, еще два USB и для два слота для считывания карт памяти. Вот такой вот подарочек. Он, по-моему, стоил что-то в районе $60. Ну, уточняю, цены смотрите внизу. Внизу. Так, дальше вскрываемся. Еще кабель. Еще кабеля. Вот они, кабеля. Атака кабелей. Так, это у нас кабель, между прочим, и с, так скажем, двойным. Вот смотрите, какой. Это для использования при помощи розетки. Но у меня дома станция. У меня такая станция, в которой много-много USB-разъемов для подключения кабелей. Это кабель для зарядки Apple-устройств. Очень хороший материал, эластичный, не жесткий. Ну, собственно говоря, не перетрется и достаточно длинный, но длинный у меня уже два есть. Мне присылали в прошлом выпуске, видели, по 10 фит. Это очень длинный. Вот, это покороче, это то, что доктор прописал. Средний такой размер. Да, это для зарядного устройств Apple. Вот, их два в комплекте. Там есть три в комплекте без вот этого устройства. Ну, видите, прислали вот с таким вот устройством. Открываемся дальше. Так, в этой коробке у нас уже ничего нету. Дальше смотрим вот эту коробочку. Так, вот это вот то, что мы остановились. Вот этот вот адаптер зарядки. Вы многие знаете, как работают последние Samsung. Да, беспроводная зарядка. Вещь обалденная. Но, ребята, у меня нет Samsung, у меня устройство Apple, и я очень хотел бы, чтобы мой, так скажем, iPhone заряжался тоже без проводов. Так вот, вот это вот устройство, которое позволяет, так скажем, просто положить свой телефон на эту зарядную станцию, заряжать девайс бесконтактно. То есть мы просто укладываем сюда телефончик. А это адаптер, который устанавливается задней крышкой, то есть с внешней стороны телефона, и подключается в гнездо зарядки. То есть мы, получается, так, что, допустим, между кейсом и телефоном устанавливаем это. Закрываем, ставим сюда телефон и в дальнейшем используем зарядку только вот таким образом. То есть мы просто установим сюда телефон,
И зарядка пошла. Причем, как бы, как говорит производитель, это быстрая зарядка. Но проверим. Я очень хотел это получить. Я это получил, друзья. Как говорится, знаешь, как стоит только захотеть, можно в космос улететь. Да, просьба к вам огромная. Пожалуйста, пишите свои вопросы здесь под видео или же ВКонтакте, в Фейсбуке. Я с удовольствием на них буду отвечать. Желающие поучаствовать в этих ревью, сразу скажу, что только жители США. Жители США, Германии, Англии, Франции, вот, Канады. В основном больше всего, конечно, американские отзывы интересуют продавцов. Так что Россия, к сожалению, и страны СНГ в этот разряд не входят. И их, так скажем, продавцов не очень-то интересуют ревью из России. Но к чему вообще эти видео для наших русскоговорящих, так скажем, зрителей? Вы можете жить в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси и делать бизнес на Амазоне и зарабатывать на экономике развитых стран, потому что Америка, конечно же, платежеспособная страна. Найдя продукт, который вы можете купить в Китае, красиво оформив, красиво упаковав, какая-то безделушка стоимостью до $20 на Амазоне улетает сотнями тысяч продаж. Если вы будете иметь те же $10 с продажи какой-то определенной безделушки, и вы продаете их 100 штук в день, $10, 100 штук, $1000 в день. Арифметика очень простая. Поэтому как раз вот эти видео дадут позволить запустить анализ своего, так скажем, мозга, зайти в интернет и попробовать себя как покупателя. Возможно, что вы не можете отправлять на свой адрес. Окей, вы можете продумать найти своего друга, который живет в Америке. То есть попробуйте себя как покупатель. Дальше посмотрите, какие продукты по цене вы можете вложить в Amazon. Дальше вы закупаете на какую-то сумму этих безделушек в Китае, вкладывая деньги, естественно. Отправляете на Amazon. Саму структуру работы этого мы в дальнейшем подробно расскажем. И Amazon уже за вас отправляет. Вы не отправляете свой товар из России, не отправляете товар свой из Китая. Amazon делает за вас всю основную работу. То есть ваша задача найти продукт, красиво его правильно преподнести, оформить магазин, сделать магазину хорошую репутацию. У магазина должен обязательно быть свой веб-сайт, обзоры, Facebook, Instagram, видео, промоушен. Вот это как раз сейчас вплотную делает за бугром студия, Забугорский студия. Так, я буду возвращаться периодически во время распаковки и рассказывать какие-то тонкости работы. Но у нас будут гости, которые, придя ко мне в студию, в наш офис, возможно, мы к ним съездим, они будут рассказывать экспертные заключения, потому что это эксперты, которые сделали компанию, которая сейчас на рынке Amazon делает продажи в месяц $5 миллионов. Начинали это было ориентировочно по памяти $15-20 тысяч. То есть ежемесячный оборот вырос до 5 миллионов. Что это? Что это? Это у нас, смотрите, Bluetooth клавиатура, которая может подключаться как по USB для работы с компьютером, телевизором и iPad, и в том числе телефонами. Я, кстати, пробовал, подключал вот это USB, стандартный USB через USB-адаптер к iPhone. Шикарно. Клавиатура только англоязычная. Ну, то есть, собственно говоря, мне это очень удобно при написании каких-то текстов в SMS-текстов между нашими партнерами. Вот такое вот устройство, как клавиатура. То есть это полноценная клавиатура, тем более, что есть переключение. И вот этот пэд работает как мышка. То есть вот все, что нам нужно, мы можем передвигать и подводить туда или
иначе. К телевизорам подключают, когда вы хотите что-то найти в поиске, вам все время приходится писать пультом. Да? Вы знаете, как это неудобно, когда нужно какую-то букву подвести стрелочкой, нажать Enter. Все, вот это вы можете подключить к телевизору, в свой Netflix и смотреть в поиске все, что вам понадобится. Дальше. Вот он, большой Bluetooth-приемник, опять же, для телевизора, чтобы можно было подключить Bluetooth-гарнитуру, Bluetooth-наушнички. Вот такой вот. Он работает в оба конца. Его можно организовать как отдачу звуку, так и прием звука. Небольшой такой вот Bluetooth-устройство. Так, и в финальной стадии нашей сегодня программы «Моя Амазонка». Кстати, пожалуйста, дорогие друзья, подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал «Моя Амазонка». Описание здесь ниже. Дело в том, что я создал его специально, и все основные передачи будут выходить там. Пока мы не набрали определенное количество подписчиков, видео будет выходить и на «За бугром лайв» здесь на канале, и на «Моя Амазонка». Но в самое ближайшее время мы переведем полностью весь контент по бизнесу на «Моя Амазонка». То есть, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. Кстати, на аватарке в виде синего вот это, вот такой, да, это я. Это я. Вот многие видели ее сначала в полном цвете, с моим лицом, а потом я решил своим, так скажем, волевым решением креативно создать такую аватарку синего цвета и назвать передачу «Моя Амазонка». Да, мисс Анюта была, безусловно, рада вот этому, так скажем, подарку с Амазона, потому что это набор стальных ножей с подставкой компании «Дейк». Тоже подарок, подарок, цена, смотрите, пожалуйста, снизу. Это достаточно недешевый наборчик. Вот, давайте мы сейчас достанем его. Ух, хороший, тяжелая такая подставочка. Такая хорошая, тяжелая подставочка. Так, кладем вот тебя сюда. Так, ну, на самом деле, вы же знаете, мы только недавно переехали из Колорадо и потихонечку обустраиваемся здесь, в Калифорнии. Конечно же, мисс Анюте для кухни это будет просто обалденно. Она узнала об этом, была очень рада, потому что скоро выйдет и ее передача, так скажем, Анюткины вкусняшки, или как-то в этом роде, мы еще не придумали, как назвать. Кстати, если у вас есть идеи, как обозвать передачу мисс Анюты, пожалуйста, пишите. Так, вот такие вот ножи, набор ножей. То есть, собственно говоря, вот как на картинке показаны, раз, два, три, шесть маленьких стандартных ножей, да, и раз, два, три, четыре больших, пилка, нож, там все, заточка. Заточка есть. Да, мне больше всего всегда интересовал большой нож. Я, например, всегда пользуюсь большим ножом. Большой ножик. Слушайте, ну класс. Я пробовать не буду на своей руке, как он работает. Обычно я это делаю вот таким вот образом. Мы берем какую-то бумажку. Бумажка есть. Ай, хорошо. Ну, как он долго работать без заточки будет, я потом как-нибудь обязательно сообщу. Или мы попросим это сделать мисс Анюточку. Ну, вот такие вот подарки у нас на сегодня. Я не смог вырвать у своих детей эти спринглс, вот эти вот, которые finger sprinkles, которые крутятся на пальцах, не смог. Маша с Павликом категорически отказались мне их давать. Ну, и, естественно, не смог у детей этого забрать. Но нам еще пришли несколько вот таких вот крутилок. Прикольная штука. Я на самом деле обязательно как-нибудь засвечу ее в своих видеорепортажах и вам покажу. Ну, вы на Ютубе уже видели, вас уже наверняка это вот так вот достало. Я тоже обязательно вас достану. Так, у меня сегодня по плану еще съемки здесь в офисе и репортаж с яхт-шоу, на которое я
вами сейчас отправляюсь. Я не знаю, какое из видео будет раньше. Вот это вот моя амазонка или же репортаж с яхт-шоу. Но в любом случае, друзья, мне будет очень приятно, если вы оставите свой комментарий, поставите лайк. Я думаю, что наш канал заслуживает лайк. И поделитесь со своими друзьями, своими подписчиками в социальных сетях моим видео. Напоминаю, в Фейсбуке в 21.00 по московскому времени каждый день я запускаю релаксационное видео с дроном. Приятная музыка, поэтому приятного вам просмотра. С вами был Олег Забугорский, Забугром Лайф. Моя амазонка.